Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, начавшийся 17 сентября и завершившийся накануне, вызвал широкий резонанс в обществе. Высказывания американского политика столь высокого ранга о последнем обострении на азербайджано-армянской государственной границе носят серьезный удар по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также предпринимаемыми усилиями по установлению мира и стабильности в регионе. Так считают эксперты. Высказывания Нэнси Пелоси является не более чем сугубо ее личным мнением. Так считает бывший посол США в Азербайджане Мэтью Браза. По словам дипломата, Конгресс США не является решающим звеном в американской внешней политике, а поэтому слова спикера Пелоси не могут восприниматься как официальная позиция Вашингтона.